квадрокоптер радиоуправляемый «Сима-Х5». Легкая модель начального уровня длиной 32 см. В комплекте аккумулятор и зарядная от USB кабеля. Для работы пульта необходимо 4 батарейки типа АА. Заряда хватает на 6-8 минут полетов. Есть световая индикация. Возможность подключения камеры в комплект не входит. Дальность управления до 50 метров. Квадрокоптер делает флипы, перевороты на 360 градусов. Лучше всего модель запускать в безветренную погоду.